университетской клинике Казанского федерального университета прошел мастер-класс, посвященный инновационной методике лечения остеоартроза коленного сустава. Поделиться опытом с коллегами приехали врачи из городской клинической больницы города Пермь. Мы предлагаем небольшую альтернативу открытому хирургическому вмешательству. Мы выключаем, если можно так выразиться, болевой синдром у пациентов, то есть уходят боли. Наш опыт, с одной стороны, тоже небольшой, всего 14 пациентов, но мы делимся им с нашими коллегами. Распространенность остеоартроза достаточно высока и на сегодняшний день составляет 13% среди общей популяции взрослого населения. А среди заболеваний костно-мышечной системы это самое распространенное заболевание, примерно до 80%. У нас есть отделение ревматологии, которое пациенты наблюдаются и периодически приходят на консервативное лечение. Но, к сожалению, есть пациенты, которые консервативное лечение неэффективно, и им необходимо протезирование. Но очередь на протезирование в Республике Татарстан довольно-таки большая. И они планируют только на протезирование на 2021 год. И эти пациенты нуждаются в помощи. Как раз таки эта методика снимет болевую реакцию, отек и облегчит им симптомы заболевания суставов. Методика является новаторской. Татарстан и, в частности, университетская клиника Казанского федерального университета в скором времени начнут внедрять новый метод для лечения пациентов. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.